Друзья, всем привет! Решил сегодня сделать полезную приспособу для дрели, для которой понадобится брусок 20 на 40, уголок усиленный, хомуты для канализационной трубы у меня на 40 и на 110, вот такая салазка для мебельных ящиков, у нас в магазе стоит 160 рублей, и, собственно, сама дрель. Все это я буду пытаться приладить друг к другу, чтобы получить интересное приспособление. Предлагаю понаблюдать за процессом и посмотреть, что по итогу у меня получится. Желаю приятного просмотра. We'll be right back.
вот какая штука получается. Многие, думаю, поняли, для чего это. А для тех, кто не понял, рассказываю. Надо нам, например, сделать много отверстий строго перпендикулярно. Так вот, с помощью такой приспособы сделать это не составит труда. Просто прижимаем конструкцию к основанию и готово. Можно, конечно, сделать несколько отверстий, например, с помощью уголка или зеркала, как я делал это раньше. Но если надо сделать много перпендикулярных отверстий, да еще и вдали от сверлильного станка, то с помощью этой штуковины можно легко выйти из ситуации. Главное при изготовлении приспособы задать правильный угол. Самоделка легко разбирается и собирается, так что пользуйтесь, друзья, удобными штуками. А на этом на сегодня все. Ставьте лайки, если видео и самоделка оказалась полезной для вас. В комментариях напишите, как бы вы доработали конструкцию. Я лично хотел бы добавить возможность регулировки угла при необходимости и сделал бы крепление еще быстросъемнее, например, с помощью каких-либо защелок. Как вы думаете? Также, друзья, если вы еще не подписаны на канал, то обязательно подписывайтесь и жмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые полезные видео. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока.